И снова всем здравствуйте. Новокузнечане есть еще живые? Не все еще дуба дали. Это у нас заводы так дымят уже какую неделю. Дышать нечем. Вообще труба. Вот такая бяка стоит. В горле першит. Травят нас со всех сторон. Походил около часа, все, караул, надо домой бежать. Голова раскалывается на части. Вонь стоит. Ну ладно. Ну как-то так. Пойдем домой. А вперед то же самое. Все, побежал до дома, пока не помер здесь.